Хейоу, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием «Пятница 13-е. Убийственный пазл». И у нас скотобойня. Ну, выглядит это как быстрее у нас какой-то парк. Играть. Так, это мы с вами утопленника Джейка, хотел сказать. Джейсона прошли в прошлое. Теперь можно снять маску. И что у тебя с лицом? Да, обычный как скелет. Следующий у нас весельчак Джейсон. В данный момент он, ну, это уборщик, сказать просто прямо. Ну что, давайте. Парк развлечений «Рай на земле» закрывается из-за чего-то там, из-за происшествия. Здесь копы нас никогда не найдут. Ха-ха-ха-ха, ага. В Хрустальном озере, короче, что произошло. Эй, эй, приятель, мне казалось, что это место закрыто. Метелкой. Билет на тот свет. Выключи свет, полиция не увидит тебя в темноте. Да, мам? В смысле, они теперь видят меня? Оу. Даже так? Прикольненько. Теперь у нас новая механика. Давай, граблям ее, да, убей. Кровожадность наполняется потихонечку. Выхода нет. Тупицы не заметят тебя в темноте, Джейсон, мой золотой мальчик. А, то есть они даже теперь не могут сбежать? Прикольно. А, подожди, я немножко не так сделал. Так. Так, кажется, я немного запутался. Чуточку. Так, давай без ранения, да, этой фигуминки. Ха. Окей, подождите, подождите. Все у нас началось так, так? Так. Ха. Все. Она сразу сбегает. Единственный здесь путь это только вот это, вот так сделать. Выключить свет. Следующий, если пойду вниз. Хотя... Теперь мне нужно как-то убить того челика. О, все, ништяк. Даже можно было не делать. Ну, не включать свет. Сэкономить время. Следующее. Парк огорчений. Раньше детям здесь было намного лучше. Это место испортили до невозможности. Ой-ой-ой. Ой-ой. 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 Я, кажется, неправильно немного не сделал, да? А ну-ка, назад. Так, нужно убить сначала этого. Угу. Угу. Граблями режем. Ясно. А как же тогда? Ну, первым делом это понятно, что так нужно сделать. Можно напугать ее. И все. Тогда я в ловушке оказываюсь. Для меня это не вариант. Второй способ. А если бы я... А если бы... А если бы... Кажется, бы не получилось. Да, скорее бы не получилось.
А так оно туда уходит. Да, убийство ребенка. Последний ребенок. Я понял, что ты хочешь мне помочь, но подожди. Так. Ну это вообще не то. Ладно. Давай помощь. Красный шарик, скорее всего, это к фильму «Оно». Давай. Решение. Я даже не мог подумать, что я должен был использовать именно копа для решения этой задачи. Нихера себе. Окей. No problem. Я залажал. Немножечко залажал. Так можно звук потише? Вот так. Так, а теперь... Оп, 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 оп. Потому что мне вот это... Звуки я... Когда настраивали в одном премьере... Слишком долго слушать вот это, настраивать в темноте. Да, ой, котик. Ладно, в смысле животное сбежало? А при чем здесь животное? Ну пускай оно сбегает. Я сейчас, если действительно сказать, ничего не понял. Как животное может повлиять на то или иное событие? Ну хоть так я убиваю её, алло. А что животное? Почему? Что животное делает? Ну напугал я его, и что дальше? Если убить, то миссия провальна. Сбежал. Ну сбегает, и что дальше с этого? Не понимаю. Но мне обязательно нужно этого убивать. А больше ничего тут не делается. Как? Ну, я вижу, что животное сбежало. Здесь тупик. Здесь тупик. Вот, единственное, куда я могу побежать, сюда. Все. Либо вниз, к коту. Либо больше никак. Хорошо, допустим. Включаем свет. Он сбегает. Все, я проиграл. Допустим. Убью кота. Миссия провалена. Убью этого? Все тоже. ГГ. Поэтому... Я вообще не понимаю, какой тут может быть вариант. Помоги. Кошек пугается. Ау, даже так? О, боже мой. Окей. Допустим. Нет, сюда. Короче, я слишком тупой для этой игры. Зато я получил новое орудие. Давай, новое орудие.
Надеюсь, что-то прикольней. У нас еще ни одного золота не упало. Дамская сумочка. Богатый улов. Как раз до нашей сумочки. От некоторых аттракционов просто мурашки по коже. Я никогда не пускала тебя кататься на них, Джейсон. Это слишком опасно. Окей. Это что сейчас я выполнил? А, не, вот это ж... Хотел сказать простое. А после вот этого моментика... Не такое уж и простое. А, тут лавочка. Так, подождите. Не-не-не-не-не. Так не подойдет. А что если я попытаюсь как. А я как я ее напугаю? И свет, главное, тоже нигде не выключишь. Это по... Ай-яй-яй, я забыл, что это ж не вода. Вот ответ. Все, убиваем панка. Сумочкой, да. Получаем кровожадность, идем далее. Ночная охота. Кажется, здесь нужно будет нам включить свет. Или даже выключить. И что мне оно дает? И что же ты мне, друг, даешь? А ты мне даешь проеб. Вот что ты мне даешь. Ага. А если так, я тоже убиваю. Мне нужно кошака напугать. Но этот факт тоже не верен. И этот факт тоже не верен. Не зря вот эти уголки тут даются. Последний раз пытаюсь. Ага. Здесь это вниз, напугать ту девку. Но потом я больше ее никак не напугаю. Так. А смысл? Окей. Не понимаю немножко. Так, еще как вариант можно было именно того парня. Сейчас покажу. Пугаем кошку. Пугаем парня. А, я его уже не напугаю, да? Подождите, а как я его вообще хотел напугать? Не-не, до этого. Так.
Потом он бежит сюда. Ай, ну и все готово. Ладно, это было попроще. Убийство. Кровожадность, да-да-да-да-да, идем далее. Идеальный план. Так. Ага. Ага, хер там. Ага. И что далее? Нужно было напугать так, чтобы кошак перевернул урну. Либо типа того, значит. Сначала так делаем. Так, вот это было, скорее всего, ошибочное действие. Теперь делаем так. Ай-яй-яй, кошака нужно было как-то напугать, походу. То, что меня ловят. Здесь меня ловят. Еще какие тут есть варианты событий. Ну это ладно, она умирает. Так, окей, что еще у меня есть? Нет, не вариант. Тихо. Можно попытаться кошку как-то сначала напугать. Ладно, парня пугаем и кошку. И это фигня. Потому что мы пугаем на эту. Пугаем эту, а эта умирает здесь. И нам нужна кошка, чтобы напугала. То есть человек этот напугал кошку, которая здесь будет. Только как мне это провернуть? Здесь тоже как-то нужно шпугать. Не зря это сделали. Да, проеб. Ладно. Еще варианты. Нет, это не то. А ну-ка. А как мне убить тогда эту тёлку? Никак, я понял. Ладно, поехали. Показывайте мне видосик. Показывай, показывай. Я не понял, что это сейчас была за магия такая. И я понял, что так и должно было быть. Он что здесь стоит у нас? Нет. Да иди же, посмотри же, вы серьезно? Кто же знал, что так можно было? Я знал, что кошку нужно было напугать. Но я не знал, что именно так. Алло. Бля. Готов умереть от сумки, чел. Баба. Буйство. Кровожадность. Следующее. Триллер. Так, там уже нам не вариант идти. О, я ж могу ее напугать. Смотрите, как идеально. С этим вообще у меня сложности не оказалось.
Вообще нету сложностей с этим. Давай, давай. Если будет повторно, мы создадим с вами первую шмотку. Что же это? Весло. Да. А, подземелье. Подземелье. Сумки. Повторяется, что у меня вещи? Один. Два. Три. Все, повторяется, повторяется, повторяется. Все делать, значит, так. Ключ. И подсвечник. Обмен. Первый обмен есть. Да ладно, у меня открыто достижение было. Купить оборное оружие. Эконом-класс. 5 видов орудий. 1% того, что будет золотое орудие. 1%. Ебай. 1%. Не 2, 1. Неправильно сделал. Не, может быть, ее не нужно было напугать. Хотя, кто его знает? Так, верните мне обратно, Джейсон. А-а-а. Ну ладно, это тоже с какой-то стороны просто. Да, это простое. На, поебалу. Сумку он странно держит. Ладно, это было тоже просто. Немного подумав так. Блин, может мне сразу... Замок страха. В парках аттракционов так весело, правда, Джейсон? Мой золотой мальчик. Так. 11 ходов, мне нужно убить их всех. Стенки для того, чтобы я их пугал. Я могу выключить свет. Первым делом мне нужно вырубить свет. Это как варик. Ага. Ага. 3-4. Блять, тут тупик. Я понял, что неправильно сделал. Допустим. Я в гамне. Я в гамне. Ладно, что еще можно сделать? Блин, мне нужно их как-то передвинуть, потому что 11 ходов это нормально. А если его сразу напугать? Я в тупике оказываюсь. Угу. Плохо выходит. И свет главный... А не, ну свет ладно, я выключу. И все. А здесь я в тупике. Как вариант можно еще сделать по-другому? С этой стороны начать. Ну тогда я могу только убить этого чела. И все. А, ну так. А.
Ага. Ага. Ну, придумал прикольненько. Придумал я прикольненько. Только не до конца реализовал ее. В чем у меня проблема? Девка бежит сюда в угол. Я ее убиваю, иду вниз, этот чел бежит сюда. Я убиваю его, этот тонет. Но если этот убежит вверх, тогда тонет. Пытаемся. Чего, бля? А как мне так ее напугать, чтобы она убежала, но не сдохла? А нахер я вообще ее пугаю? Нахер я вообще их пугаю? Стопэ. Вырубаю свет. Включаю свет. Внизу я в тупике. Там она бежит в угол. Но меня ловит полицейский. Так я убиваю всех, но не убиваю последнего. Варианты, еще какие варианты есть. Здесь, ну, не зря сделали так, чтобы я мог здесь напугать чела. Но тогда я не смогу бить полицейского. Попытаться сделать так. Ну и смысл. Ай-яй-яй-яй-яй, хорош получается. И что дальше? Ну, убил я его. Дальше. Все. И там путь закрыт у меня. Ладно, смотрим. Я уже не знаю. Давай, поехали. Да, поехали. Хорошо, показывай. Напугали. Напугали. Ай, ё-моё. Вот оно что. Вот оно что. Да уж. Занавес. Мы убили. Так, минус один, минус два. Убивает третьего. Убиваю этого. Но я последнего не смогу убить. А так этот сбегает вообще. Ай-яй-яй. Плохой. Не хочу смотреть. Плохой, плохой, плохой. Плохой, плохой, плохой ты. Некуда тебе бежать. И он на выход бежит. Я понял, 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 он на выход бежит. Хорошо, как я делал тогда? Убил копа. Убиваю ее.
Если на... Хотя... Опа, нашел решение, прикиньте. Да, последний пинок. Последний панк. Убито. Караул. Ой, блядь, это как 12-й. Я думаю, уже последний, так из последних. Китька. Китька, все, минус. Китька в минусе. Все. Все. Все, 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 все. Раз. Два. Найс. Very good. Very good. Very nice. Ага. Далее. Ага. Позвонить. А смысл? Но это вот... Этот сдохнет по-любому, ладно. Этот сбежит, и я потом оттуда не выберусь. А вот это уже... Сука, это не выход. Да, вот об этом я и говорю. Ладно, это был идеальный, ну, давайте, ладно. Подсказочку. Говори. Да, 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 давай. Правильно сделал, правильно сделал. Так же сделал. Ах ты ж, ё-моё. Все, понял. Понял, понял, уяснил. Поехали, давай, давай, давай. Значит, первым делом мы пугаем. Испугал. Телефон. Убиваем. Так, тихо. Чуть не залажал. Теперь вниз. Оп. Интересно, зачем я могу, допустим, снимать маску, если оно мне ничего не дает? Давай, еще один одинаковый предмет мне. Впихните, почему бы нет? Труба. Трубы, кажется, не было у нас еще. Уродливое лицо. А статуи Гаргули такие прелестные, правда, Джейсон? Статуи Гаргули. Статуи Гаргули. Ай-яй-яй-яй. Я понял. А если не выключать свет, просто побегать. Ну, этого, допустим, охранника я по-любому убью. Эту напугаю. Как максимум. Кошку. Все, я в тупике. А не. Херня, ладно. Так, ну давайте тогда я попробую избить сначала, короче, всех полицейских. Но для этого мне нужно вырубить будет свет. Допустим, да?
Ну, включи, допустим, свет. И что далее? Здесь ничего. Кошка нужно напугать, чтобы я ее нечаянно не убил. Ну все. Давай на горгулью, да, насади. Скотобойня выполнена. Выжженная земля. Пустынька. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.